секунды на то, чтобы записаться к дежурному врачу. Столько времени тратят посетители Химкинской поликлиники номер 5 благодаря инфоматам. Да, намного удобнее, как бы стало комфортно. Приходишь, никаких очередей, давок и... Чуть больше понадобится времени, чтобы также через инфомат записаться на вакцинацию к узкому специалисту или терапевту на плановый осмотр. Нужно ввести номер полиса, выбрать специалиста и свободное время приема. Сделать это заранее можно через госуслуги или по телефону в больнице. Такой способ удобен многим пенсионерам. Например, химчанин Николай Ревенков предпочитает записываться к врачам по старинке, позвонив в регистратуру. Главное, говорит пенсионер, не опаздывать. Можешь прийти, например, перед тем, как зайти к врачу, талон распечатать в регистратуре, можешь. Но я этого не делаю, потому что я уже на очереди у нее, она знает, что я должен к этому времени прийти. С теми же пациентами, кто пытается попасть на прием без очереди, в поликлинике работают операторы-регистраторы. Их задача – разрешить конфликт. Также в поликлинике ведут лист ожидания пациентов. Если человек не может попасть на прием к врачу в нужное время, с ним работают индивидуально. По записи, если пациент не может записаться, например, к врачу-узкому специалисту на второй день, на третий день, то оператор, который отвечает за листы ожидания, обзванивает пациентов, предлагает виды записи, куда они могут записаться. Время и дату. По словам заведующей поликлиники, сейчас значительно увеличилось количество вызовов врачей на дом. Несмотря на это, узкие специалисты, которые оказывают неотложную помощь на дому, продолжают и плановый прием в поликлинике. Число пациентов, которые приходят в медучреждение с вирусными инфекциями, здесь также выросло до 300 человек в день. Большее количество вызовов по именно простудным заболеваниям, по ковидной инфекции, зарегистрированы у пациентов, которые не прошли вакцинацию. И я всех призываю проявить гражданскую позицию. И если вы до сих пор не были вакцинированы, я вас прошу защитить себя и своих близких и пройти вакцинацию. В период нерабочих дней поставить прививку в поликлинике можно будет ежедневно с 8 утра до 20:00, в воскресенье с 8 утра до 14 часов.